Здравствуйте, меня зовут Голева Амина Витальевна, я сейчас нахожусь в городе Таразе, в первой гимназии, и работаю здесь учителем английского языка. Я бы хотела рассказать вам стихотворение Лермонтова. «Как землю нам больше небес не любить, нам небесное счастье темно, а счастье земное хоть меньше в 100 раз, но мы знаем, какое оно. О муках и надеждах было их вспоминать, нас тайная склонность кипит. Нас тревожит неверность надежды земной, а краткость печали смешит. Страшна в настоящем бывает душе грядущего темная даль. А мы рады блаженство найти в небесах, но с миром расстаться нам жаль. Что под контролем у нас приятнее нам, хоть мы ищем другого порой. Но в час расставания нам видно ясней, как оно породнилась душой. И сегодня я бы хотела поздравить абсолютно всех людей мира с наступающим 2022 годом. Я желаю вам всем удачи, счастья, здоровья, но еще вдохновения, чтобы вы могли достигать то, чего хотите.